Всем доброе утро еще раз, ребят, пока делал кофеек в группе Castle Clash. Да, мешаю. В телеге группы Castle Clash. Ссылочку оставлю вам в описании. Добавили новые изображения по поводу обновления. Сейчас мы с вами предварительно посмотрим, что там интересного будет. Возможно, некоторые наши догадки оправдаются. В общем, поехали. Начнем, наверное, с самого интересного, с нового режима. Насчет нового таланта я уже сказал, это просто аут. Я даже не знаю, что это будет, но посмотрим, как оно будет в реальности на практике. Ну, это просто жесть. В общем, поехали. Что у нас есть интересного? Давайте так, открою вам изначально первое. Новый зимний фон. Вот так вот он выглядит. Ну, в принципе, что могу сказать? Довольно, давайте я его где-то ниже заберу. Вот так. Новый зимний фон. Посмотрим, как оно будет на деле. Ну, в принципе, это такое. Это, знаете, это все-таки декор, украшение, которое роли не играет. У меня куча разных... есть их, я их не использую. Я к этому как-то попроще отношусь. Поставил один и все. Это, возможно, для девочек, для тёлочек это как-то играет роль, ну, не знаю. В общем, самое интересное, Tower Defense, новый режим. Что у нас есть? У нас есть 12 картинок, я не знаю, в каком порядке они друг за другом будут размещены. То есть это рандомный режим, и давайте начнем с самой первой. Центр. Ну, качество, конечно, хреновое, но хотя бы вот так вот. Что мы видим? Мы видим раз, два, три путя продвижения, насколько я понял, этого демона, которого нам надо убить. И мы видим таблетки. Если присмотреться, у нас написано в описании, что у нас 10, я вот так смотрел, у нас есть 10 таблеток, то есть 10 героев. Но таблеток, если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Уже какая-то хрень получается у нас. Нехваточка. 5 и 6, 11 штук. То есть... ну, это, скорее всего, возможно, первое. То есть, получается, на одну таблетку мы героя не можем поставить или как? Ну, выходит так. Они все будут ставиться раздельно. То есть, как видите, герои кучно стоять не будут. Хорошо это или плохо? Ну, хрен его знает. Будем уже смотреть. Тут в зависимости от того, откуда, куда он пойдет. И как вам повезет. Но чем дальше, надо учитывать то, что будет сложнее. Поехали следующую картинку. Я сейчас так быстро вам пройдусь. И разные вариации есть. Вот такая вот карта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Короче, 20 с хреном. То есть получается, надо будет как-то варьировать, думать, куда ставить, как ставить. Но здесь он идет подряд все. А, нет, даже... нет, все-таки вроде подряд. Не знаю, это какая локация имеется в виду по счету, но это тоже надо будет просчитывать. Ну, вариаций картинок дофигище. Что у нас тут получается? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То есть я не знаю, как они по левелам будут идти, это мы уже узнаем, когда откроют сервак и запустят вот такая вот картинка есть. Ну, видите, дофига всего. Вот каким образом оно будет реально реализовано, интересно. Режим довольно-таки интересный будет, но хотелось бы, чтобы он был в то же время и не особо заумный. Но надо будет вырабатывать какую-то стратегию. Я не знаю, как без доната будут здесь справляться. Я не знаю, какую они сделают привязку к силе. Но это просто писец будет, если это будет то же самое, что в лабиринте в остальных волнах. Потому что реально надо понимать, что такое донат, а что такое без доната. И следующий вопрос — это плюх. Какие мы плюхи будем тут получать, тоже неизвестно.
Так, что у нас еще интересного есть? Это на какой мы? Блин, я уже запутался на них. Да, эту я показал. Вот такая вот есть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, то есть, видите, вариация таблеток очень меняется, то есть разные варианты, и это все будет рандомно. Реально очень много разных вариантов. Тут вообще в разброс все. В общем, будем смотреть и думать, но по-разному надо будет выставлять. Также есть здесь усиление, я так понял, такие же, как и в Запределье. То есть там на точность, на атаку, вот так вот они выглядят. Ну, я вам так предварительно просто показываю, чтобы вы знали. То есть там атака, видимо, точность, крит, удар, крит, ну, то есть какой-то топор, это новое. Это, наверное, скорее всего, деф, либо пробитие какое-то. Я не знаю, каким образом будет реализация. Какой-то колодец. Это, наверное, отхил, я не знаю, возможно, между какими-то левелами. Ну, в общем, будет очень много всего интересного. Это либо энергия. Не знаю. Куча картинок разных. Как это я вам уже показывал. Сейчас мы дойдем до самого сока, до самого интересного. Новый герой леса, он все-таки, ребят, будет донатным, потому что есть вот такие вот сумки, скорее всего, это донатные сумки, как обычно, есть первого и второго левела. Поэтому хрен его знает, даже не знаю, что сказать насчет этого. Если призрак бездонатный, то он нереально, наверное, очень крутой будет, потому что там у него куча иммунитетов, куча всего, а леса получается донатные. Как-то странно, судя по описанию, призрак намного был круче, нежели леса. Ну, я не знаю. Вот так вот еще покажу вам предварительно героев, как они выглядят. Уже все сразу покажу, чтобы вы просто видели, приблизительно знали. Это был с эволюцией, это без эволюции. Леса с эволюцией, без эволюции. Также есть их скины. Ну, скины реально выглядят намного круче. Интересно будет, как реализация будет с спецэффектами. Леса вот такая вот. Талант. Вот вам новый талантик, как он выглядит. Интересная тема. Также будет новый шарик, ну как обычно, потому что есть картинки шарика. Ну, как обычно, новый шар. Ничего удивительного. В общем, вот как-то так, ребят. Приблизительно я вроде вам все показал, что будет. Что там есть у нас интересного? Новый загрузочный фон. Ну, вчера я вам его уже показывал, как он выглядит. Да, еще раз покажу. Это какой он большой. То, что добавили последним. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, но меня не перестает бомбить по поводу таланта. Это просто писец. Питомец, я не знаю, питомец как-то, ну, даже не интересно. Суперпад, каждую обнову, два героя, каждую обнову и новый талант, который перечеркивает, возможно, все дефы. Блин, ну это просто писец. Это понимаю, что они хоть и говорят, что они хотят там что-то улучшить, изменить, но они все равно гнут свою линию и делают все не так, как просят игроки. То есть они делают не для людей, а делают непонятно как и для чего. В общем,
Интересно будет посмотреть новый режим, думаю, героев, я не знаю, мне даже желания выбивать их нету с такими обновами и смотреть, там посмотрим, какой будет донатный, какой не донатный. Ну, понятно, на Тайване их не завезут, завезут, скорее всего, изначально быстрее на этом, на английском андроиде. Еще интересный момент, возможно, будет за пыльцу призрачный этот, а с леса будет чисто сумок. Возможен и такой вариант, кто его знает. В общем, посмотрим. Пишите комменты, подписывайтесь на группу Castle Clash в телеге, на меня в телеге, на мой канал, я там видосы, на мою группу в ВК я начал ее реанимировать. Приходите на стримы. Всем удачи, всем пока.